Здравствуйте! Мы продолжаем серию видеороликов, выбираем детское кимоно и экспертное мнение. И сегодня мы рассмотрим вопрос, как выбрать детское кимоно для ребенка в возрасте до 11 лет. Чтобы купить хорошее детское кимоно, вы должны запомнить три правила. Комплектность, плотность ткани и эстетичность. Важно запомнить, что кимоно в этом возрасте должно быть обязательно мягким, удобным и нравится вашему ребенку. Я рекомендую покупать кимоно с плотностью ткани до 350 грамм. Если плотность ткани будет выше, кимоно будет сковывать движение вашего ребенка во время тренировок. Кимоно с меньшей плотностью ткани прослужит вашему ребенку недолго. В комплект хорошего детского кимоно обязательно входит куртка, штаны и пояс. У хорошего детского кимоно штаны обязательно на резинке и с веревкой. А также усиленной дополнительной тканью в области колен. В комплект хорошего детского кимоно обязательно входит белый пояс. Я рекомендую покупать детское кимоно с запасом в росте 10 см. Это необходимо, чтобы кимоно использовалось длительное время. Хорошие производители детского кимоно всегда помнят не только о качестве произведенного товара, но и о хорошем внешнем виде. С вами был эксперт дзюдо Роман Карасев. Оставляйте свои вопросы под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в эфире!